Всем доброе утро. Мы тут садимся завтракать. Что один? Один. Сегодня у меня такой легкий быстрый завтрак. Нет аппетита вообще, поэтому не делала ни яйца, ни бутерброды с авокадо. Мы тут, смотрите, немножко переставились. Раньше стол стоял вот тут. Но я решила его убрать вот сюда. Там, конечно, батарея стоит, но я на ночь просто буду немножко отодвигать, а днем уже подвигать. Нормально, вообще классно. Нормально. Сюда сушилка у меня встала. Теперь никому ничего не мешает. Надо думать теперь, куда нам кроватку. Потому что кроватка пока стоит у Даяны в комнате. Ладно, все, будем завтракать. Всем приятного. Аппетита! Ты чего там кричишь? Муха на окне, я не могу ее достать. Не вижу муху. Зачем? Ой. Пускай она летает, она нас не обижает, не трогает. Так, я тут пришла к Даяне в комнату. Мама, хочу позаниматься. Давай. Лабиринтики. О, мы не кидаем книжки, дай сюда, я обратно поставлю. Давай, ты можешь достать игрушки. Там у нас игрушки в шкафу. Вот это вся полка. И там что-то в коробках. А знаешь, что у меня есть, Даяна? Что? Хочешь в куклы поиграть? У меня есть коробка с куклами. Нет, давай игрушки достать. Но сначала я хочу сделать с тобой лабиринтик. Но только два. Ладно. Уговорила. Ну, давай, садись. Сейчас дам тебе фломастер. Мы до сих пор не умеем нормально рисовать карандашами. Ну, давай. Позанимаемся. Тут давно не занимались уже. Последний раз, наверное, когда последний раз я их снимала. Когда. Хочется уже закончить эту книжку и выкинуть. Чтобы не мешало. Так. Вот эти два сделаем сегодня и все. Ну? Его там нету. Нету, ну ничего страшного. Вот я тебе дала фломастер. Так. Пройди лабиринт, когда мы строим снеговика. Мы когда строим снеговика? Зимой или летом? Зимой. Зимой. Приклей на картинку три снежинки. Ладно, давай пройди лабиринт, а потом снежинки будем искать с тобой. Ага. Так, подожди, поставь подальше, неудобно. А тебе на стул не хочется сесть? Нет. Давай, проходи лабиринт. Оттуда? Вот отсюда. Видишь, стрелочка? Ой, тупик. Ой, ой, ой. Ой, Кейт. Молодец. Так, давай теперь найдем снежинок. Там они тут. Наклейки у нас. Тут. Где наклейки? Тут. Эти наклейки. Давай, ищи, где снежинки. Вон. Сколько их? Один, два, три. Молодец. Три снежинки. Три снежинки, да. Теперь их надо приклеить на картинку. Поднимаю один листик, так будет удобней. И отклеивай. Сегодня позанимаемся, потому что потом два дня аж не сможем заниматься. Давай я буду держать. Так как у нас будут гости. Я, кстати, завтра оставлю вас без видео. Один день сделаем отдыхательный. Потом к вам вернемся обязательно. Ну, получается? Нет. Нет? Листик подними. Я больше за нее это не делаю. Долго у нее это получается, но получается. Смотри, повыше подними. Пробуй еще раз. Потому что пока я буду за нее это делать, она сама не захочет стараться. Поэтому решила, что не буду. Захочет, снимет. Давай еще одна осталась. Повыше поднимай немножко.
скручивай вот так вот, да. Ну давай, старайся, старайся. Наклейки большие, так что полегче. Давай, давай, давай. У тебя получится. Давай, смотри, давай. Ну? Могу опять. Значит, с другой стороны старайся. Сгибай листик так, чтобы все получилось. Посмотрите на наши руки. Это вот на той детской площадке, куда мы ездили. Надо быть очень внимательным. На зеленой горке, которая большая, это нельзя облокачиваться руками, иначе она сразу стирает тебе кожу. И очень больно. Снимай наклейку. Ты куда? Снежинка с другой стороны. Я себе в одном месте тоже протерла руку, просто не уследила, и знаете, это было очень так неприятно. Во-первых, было сначала горячо, как будто напекает, короче, не знаю, а в кофтах туда не вариант, потому что очень жарко, дети бегают, вот мы одеваем леггинсы, потому что на горках в шортах не покататься вообще, так что имейте в виду, в шортах туда лучше не ходить. Может быть, в длинных, да, можно. Вот снежинки, картинка со снежинками. Так она не отклеила третью снежинку. Но будем стараться до победного. Так что вот так вот на тех горках можно себя покалечить немножко. Или пластыри брать сразу, чтобы закрыть эти болячки. На, отклеивай последнюю снежинку. Она уже сама отошла от твоих стараний. Теребенькает ее туда-сюда. Но клей. Сколько снежинок на картинке? Один. То есть это один. Нет, это один. Какая разница? Два. Три. Три снежинки. Да, так, и последнее задание. Мышонок вырастил в огороде тыквы. Помоги ему забрать их. Пройди лабиринт. Собери тыквы. Каждую тыковку надо собрать. Полить. Полить? Умничка. Ой, у тебя хорошо получается. Ой, все, молодец. Ой, сколько тыкв на картинке? Один, два, три, четыре, пять. Молодец, пять. Да, все, пять. Закончили или нет, еще да, хочешь? Нет. Еще? Нет. Нет, все, закрывай колпачок. На ровном месте чуть не упала. Ням-ням-ням. Ставь на место. Достанешь? Нет. Нет. Сама. Опа. Решили мы достать деревянную дорогу сегодня. Давно не играли как-то. Ты сама будешь собирать? Нет. Нет? Ты сама. Со мной? Хорошо. Все, я собрали мы уже. Даяна тут понемножку расставляет все. Водитель. Водитель твой? Да, мой водитель. А кого водитель возит? Животных. Животных, и куда он их повезет? На ферму. На ферму? А где ваша ферма? Она вдалеке. Вдалеке? Да. Вам далеко ехать, да, до фермы? Да, сейчас я ее достану. Ой, не надо, она сейчас опять рассыпется вся. Это лего-ферма, мам, она ужасная. Ладно. Так, знаете, чисто на раз поиграть, я поставить обратно. Да, я покажу. Кто-то уже видел, кто смотрит нас давно. Вот видите, вот это вот. Всё, давай я вытащу тебе. Тут у нас все лего, которое такое, типа, знаете, подобие это лего. Это мне нужно. Вот такая ферма. Я думала, она побольше будет. Но упаковке было не ясно. Вот она у нас. Хочется подобие найти такое, знаете, более объемные кубики. Но не лего дупло. Что-то другое. Я переслала. Еще один. Сейчас забор ей доделаю. И так отдам без крыши. Потому что крыша, она, посмотрите, она большая.
и держится только вот на двух опорах. И каждый раз, когда крышу до нее дотрагиваешься, она падает сразу. Неудобно. Ты будешь эти строить еще? А, ну хорошо, будут у тебя два трактора, да? Да. А вот трактор с лего этого обалденный вообще. Ну давай сделаю. А мой мальчик едет на девятке. Это я только что пела эту песенку, и она повторила за мной. Так, а пока Даяна играет, я пойду сейчас собираться. Мы с сестрой буквально через пару часиков уже поедем погулять по торговому центру. Я хочу посмотреть себе кроссовки и хочу отвезти те кроссовки, которые я покупала, которые у меня порвались. Я связалась с магазином, они мне ответили, что я могу вернуть кроссовки, и они мне вернут деньги. Они не меняют на такую же обувь, но они возвращают деньги. Не сразу, конечно, сначала им надо вернуть эти кроссовки, потом они, я так понимаю, отправляют их куда-то в офис. И только потом возвращают деньги. Но это куда лучше, чем вообще бы не вернули бы. Так что я очень рада, съездим, вернем. Я посмотрю еще раз себе кроссовки. Я очень надеюсь, что у меня получится сегодня купить. Так как через неделю уже обещают потепление. И я... Ну, мне в чем ходить. У меня есть сапожки, но в сапожках жарковато. Вот мне в кроссовках идеально. Сейчас даже вот в плюс 2, в плюс 3 в кроссовках идеально. Кстати, многие мне говорили: Карина, раньше марта, весенняя-осенняя обувь не пригодится. А вот смотрите, какой у нас теплый март был. Получается, когда чуть-чуть похолодает, можно весенние-осенние сапожки одевать. Когда чуть-чуть теплее, там уже плюс 7, плюс 5, то кроссовки уже одеваем. Зимние сапоги уже не носим с начала марта. Вот как стукнули первые теплые дни, так больше их не одевали. Так что все, подаю собираться. Боже, как темно, потому что еще на улице не так светло, солнца особо нет. Поэтому я какая-то темная такая. Как у меня уже ногти отросли, кошмар. Еще осталось пару дней, уже пойду на маникюр. Так, я тут девчонкам несу киндеры. Угадывайте, в какой стороне, Милана, в какой тебе? В правой? Во, кстати, они разные стороны. Сказали, что такое? А ничего страшного, ты его все равно жевать будешь. Какая разница, сломан он или нет? Давай, помогу тебе. Хочешь? Нет. Ну давай, это открывай сама. Ну открывай. Так, у Миланы попалась вот такая игрушка. Классная. Смотрите, в последнее время классные игрушки попадаются. Ух ты, что это такое? Зайчик. Зайчик такой, это не зайчик. Это божья коровка. Сейчас посмотрим. Это крылышки. Давай Милана поможет собрать тебе. Нет, я сейчас. Сама? Да. Крылья надо вставить сначала. Да, и чего? Так что надо будет сегодня зайти еще пока по скидке яйца. Сейчас у нас 69 центов, а так больше евро уже стоит. Мам, надо будет взять штучек 10, наверное, еще. Сначала крылышки поставь вот сюда на спинку. А потом уже закрывай. Не каждый день, конечно, мы киндеры едим, но через день, через два примерно. Давай, Милана сложит. Так, вот у нас вторая игрушка. Даяна, похожа на тебя. Ты вроде злишься, а вроде и веселая. Вот, да, точно. Твое выражение лица. В последнее время хорошие игрушки попадаются. Я очень рада. Все. Я приготовила уже по-быстрому обед. У Миланы сегодня на обед макароны с сыром и сосиски. А у нас с Даяной такой быстрый супчик, типа солянки с фасолью. Тут два вида мяса, свинина и сосиски. Рецепт говорить не буду, не снимала, так как можно в интернете это все найти. У меня нет времени все это снимать. Все, будем садиться обедать. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Я тут пока собиралась, ко мне пришла идея, как не оставить вас завтра без влога. Я сейчас буду заканчивать сегодняшний влог. В принципе, я наснимала часть примерно на 15-16 минут. Я думаю, этого достаточно. А вторую половину дня вы уже увидите и сможете посмотреть завтра. Мне есть что вам поснимать, мне есть что вам показать.
Поэтому я думаю, это будет отличная идея. Думаю, всем будет хорошо. Мне и вам. Потому что мне кажется, по моим подсчетам, влоги на 30 минут, ну, мало кому заходит. Самая идеальная длина влога это вот от 15 минут плюс-минус. Идеально, 20 еще ладно. А вот 30 и больше уже как-то тяжко смотреть. Я сама люблю влоги, которые длятся примерно вот 15-20 минут. А по 40 минут влоги мне тяжело осилить за один подход. Если в два подхода, да. Но это уже не интересно. Поэтому я сегодня с вами прощаюсь. Оставайтесь вместе с нами. И смотрите продолжение уже завтра. Завтрашний вложик я тоже поставлю ссылочку под этим влогом. И под следующим влогом я тоже оставлю ссылку на этот влог. Совмещу их так, чтобы легче было в будущем найти. Все, всем пока. Скоро к вам вернусь.